В областном центре на постоянной основе начнет работу психолого-медико-педагогическая комиссия. Специалисты смогут оценить состояние детей с особенностями развития и дать рекомендации по их обучению и социализации. Разместить логопедов, психологов и дефектологов решили в здании, которое область передала на баланс города в середине июля. Ход ремонтных работ проинспектировал мэр города Владимир Шарыпов. В этом помещении у нас должна начать свою работу психолога, медико-педагогическая комиссия, которая будет заниматься с нашими детьми, у которых есть какие-то дефекты в развитии, соответственно, которым нужна помощь узкоквалифицированных специалистов. И для этих детей может быть разработана специальная программа обучения и в школах, и в детских садах. Комиссия начнет работу на втором этаже здания уже в начале 2020-го. Ежегодно сюда смогут обратиться более 1000 детей. Сейчас комиссия собирается всего дважды в год. Это не позволяет в полной мере оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Новое здание должно решить эту проблему. На втором этаже необходимо сделать косметический ремонт и перепланировку для того, чтобы каждый специалист занимался в своем кабинете в отдельном. Это и дефектолог, и логопед, и другие специалисты. Некоторые придут из садиков. И также ведется сейчас поиск новых специалистов. В планах на 2021 год организовать на первом этаже 3 группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями на 60 человек. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.